Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Итак, мы вчера закололи очередного поросенка. Это был уже четвертый по счету у нас в этом году, в этом сезоне. Осталось у нас всего две головы больших на осень и пять маленьких. Мы купили недавно, видимо, вы видели. Вот мы его распределили. Это, конечно, не все. Часть мы уже часть убрали и часть распределили. Получается, у нас осталось три части. Две передних и одна задняя. Делили мы поросенка на четыре части. Одну часть мы продали заднюю. Вот такое количество получилось. Но, говорю, здесь еще не все. Наше легендарное сало. Здесь солится грудинка. Вот посмотрите, какой. Мы вчера ее залили рассолом. Посмотрите, какая кровь. Сейчас будем менять. И обратите внимание, как погружено сало. Сними крупным планом. Потому что некоторые комментаторы, очень умные, в кавычках, пишут мне, что у них испортилось сало. Вот смотрите, как оно должно быть погружено. Минимум 2-3 сантиметра должно быть жидкости сверху. И ничего у вас точно не испортится. Макни пальчик. Что, собственно говоря, мы здесь и видим. То есть сейчас мы еще раз его поменяем, а с грудинки нужно менять и трижды, наверное, рассол. Видите, сколько крови? Мы вам еще потом покажем, как мы его будем упаковывать, когда оно просолится. Но сейчас не об этом. Сейчас я вам буду рассказывать новости, потому что работы очень много сейчас, и времени абсолютно ни на что не хватает. Но расскажу вкратце о том, чем же мы занимались. Мама у нас уезжала на недельку отдохнуть к себе домой, и мы практически ничего не успели за эту неделю. С двумя детьми очень сложно что-либо сделать. Но сейчас мама вернулась. Мы очень рады, очень счастливы, что у нас появился помощник. И активно начинаем работу. Ну, естественно, работа, которая делается, она повседневная. Это как сыры. Я вам рассказывала, что я варю раз в неделю сыры, раз в неделю мы делаем творог, пока у нас коровка не отелилась. Это все, конечно, осталось. Ну вот, мы наконец-то сделали огромную работу. Мы обрезали копыта нашим коровкам. К нам приезжает ассеминатор, его зовут Сергей. И он согласился нам помочь и, в общем, провел обработку копыт. Снимать мы не смогли, потому что все шумело, гремело. Станка у нас как такового пока нет. Он приезжал со своим каким-то приспособлением, то есть снимать там не было возможности. Но мы вам обязательно покажем, какие копыта стали у коровок. Особенно это видно на нашей клёпе, потому что она задние копыта дала обработать, а передние ни в какую. Как мы с ней только не бились. Ну, подумали, что он приедет еще к нам делать ей УЗИ, и, может быть, даст Бог, обработаем ей еще и передние. Мы покрыли двух коровок. Получается, Милуша у нас ушла в запуск. Ласка должна отелиться. Это Милушина дочка. Она сейчас нетельная, стала, должна вот-вот стать коровкой. Малюту мы покрыли, но с первого раза она у нас не покрылась. Вот ассеминатор приезжал повторно, мы ее покрывали. И покрывали клепу как раз. Вот ассеминатор в конце июня должен приехать и делать ему УЗИ. Ну вот, с мясом мы вчера разобрались, как я говорю, вот вы видите, да, закололи поросенка. Все это мясо мы оставляем себе. Мы рассчитывали на большое количество сала. И наши клиенты на это рассчитывали. Но сала оказалось мало. То есть вот грудинка и еще небольшая кастрюлька, буквально килограмм 12. Поросенок вышел мясом 80 килограмм. Скажи, что у тебя тут есть? А, здесь у нас в пакетах мы это все фасуем для себя. Ну, как бы нам так удобнее, вакуум мы не убираем, потому что до осени мы это все съедим, так как летом продуктивная работа, мужчины, к нам приедет еще Ваня, и мы все это съедим. Ну, вот так мы фасуем на фарш. Здесь отбивные, косточки для супов очень удобны. Вообще я их в зиму варю на концентрированные бульоны, ну, летом не стало. Сейчас 40-литровый бак ставить в жару и варить сутки, это просто убийство. Поэтому я думаю, что мы это все спокойно и так переварим. Потом мы сняли ребра очень красивыми кусками, заморозили. Ну, и сало вот солится. Ну, еще тут есть что на фарш мы убрали. Ну, просто вот сейчас доразбирали части. Все, что осталось, я вам показываю. Ну что, дорогие друзья, прошел у нас 21 день. Сало наше просолилось. Мы сегодня его упаковываем, разбираем. Посмотрите, какая красота.
Как я говорила ранее, его получилось не так много. Мы большую часть будем оставлять себе, а остальное все у нас разобрали прямо по предзаказу. И, как всегда, его и не хватило. Опять все люди перенеслись на осень. Будем ждать забоев осенних. По упаковке, посмотрите, как мы упаковываем. Теперь вакуумные пакеты по килограмму. Сало, также специи и чеснок. И вот оно сейчас пролежит, пропитается специями, будет потрясающе. Очень вкусно будет. Я уже пробу снимал, но не с этого, но с другого. Было очень вкусно. Ну вот, Алексей вам подтверждает. Он у нас большой любитель и знаток данного продукта. Так, что еще хочу вам рассказать по упаковке, я вам сказала. Сало получилось в основном все с мясом. Очень мало сала без мяса. Вот здесь у нас отдельно грудинка. Там прям сала почти нет, одно мясо. Поэтому это у нас отдельно поедет. Ну и вот все остальное, в принципе, таким вот образом мы запаковываем. Очень удобная вещь с вакууматором. Вообще прям потрясающий. И удобно, и красиво, и вот презентабельный вид. Сами посмотрите. Наверное, очень аппетитно выглядит. Так, что еще хотела вам рассказать? У нас сейчас, слава богу, основная огородная работа закончена. Мы ударно потрудились эти 3 недели, было очень много дел. Мы практически все сделали, посадили весь огород, все, что хотели. Сейчас вплотную занимаемся сыроварней. Наша ласка должна уже прям на днях отелиться, прям ждем. Я очень сильно за нее переживаю. Вы знаете, я уже месяц больше за нее переживаю. Ну, первотелка все-таки дело такое. Я всегда очень к котелам отношусь так трепетно. И за месяц, а то и больше начинаю переживать. Это, конечно, не особо кому-то помогает, но с собой я ничего не могу сделать. В общем, уж вот-вот-вот-вот ждем мы ее. Ждем. Надеюсь, что все пройдет хорошо. По огороду мы все посадили. Я вам обязательно покажу видео. Как мы сажали картошку, опять по нашему методу, по методу Алексея под сено, то есть он там его немножко усовершенствовал, это я вам тоже расскажу. Также высадила я все свои цветы, они уже зацвели, так красиво стало. Ну вот, а так, в общем-то, занимаемся насущными делами, дел на самом деле немало сейчас, а точнее их очень много, что даже не знаешь, за что взяться. Ну вот, потихоньку, помаленьку, мясная переработка у нас плавненько идет своим чередом. Мы вот сейчас закончим вопросы с салом. Далее будем готовить тушенку. Приобретем сейчас банки и будем заниматься тушенкой, кашей. Тоже есть заказы. Уже практически все продано по заказам, по предзаказам. По поводу сала хотела вам сказать. Люди, кто летом солит сало, пожалуйста, не придумывайте ничего от себя. Делайте так, как говорится в видео. Залили рассолом сало, поставьте его в холодильник, не оставляйте вы его в жаре в такое. Сейчас очень тепло на улице. Вот у нас были комментарии, я не один раз уже отвечала. Вот люди ставят сало на балкон. Ну, балкон — это самое жаркое место в доме, там всегда жара. Еще и на закрытый балкон, а потом удивляются, почему у меня сало испортилось. Ну, как бы вы немножко понимаете, что это мясной продукт, что летом, я понимаю, осенью поставить на балкон, либо весной, когда более-менее прохладно, а у людей, у некоторых еще и теплый пол, и они благополучно это все на теплый пол ставят. Ну, то есть тоже имейте в виду, немножко думайте иногда, прежде чем что-то делать, потому что продукт испортится, а потом все говорят, что мы делали все как у вас, и у нас все испортилось. Люди делают, которые как у нас, у них ничего не портится. Поэтому смотрите, вот мы до сих пор солим сало в больших объемах, и все очень круто получается. Лайфхак, кстати, для тех, кто хотя бы там 5 килограмм солит, приобретите пластиковые ведра, такие вот 12-литровые, они обычные пластиковые простые ведра с крышкой. В Леруа продаются. В Леруа Мерлен продаются, в любых магазинах, вот где Тара продается, они очень удобные. Вот мы сейчас в данном моменте солили в них, красота, потому что объем большой, банок столько просто физически не найдется, и прямо отлично. Поэтому возьмите на заметку, кстати, в банку туда для прижима идеально подходит большая тарелка. Поэтому имейте это в виду. В общем, будем заканчивать видеоролик. Спасибо, что были с нами. Ну а вам хорошего дня, отличного настроения, а мы побежали дальше заниматься делами.